И тишина. Мы на центральном крытом рынке. Да здесь ценники, капец. Это же не для обыкновенных жителей. Это же крытый рынок. А так ли это? Уж поверьте, вы не правы. Я буду сам говорить, я буду приглашать обыкновенных покупателей. Чтобы вы поняли, как я облажался, и как, увидев данный сюжет, вы поймете, что в сантехнике все далеко не так. Вопрос почему, и это все просто. Аренда хоть и есть, но и она решается спокойным отношением автора всего заведения и бешеным количеством покупателей. Мягко говоря, я из таких. Просто мы ждем, когда, и вот он. Тот момент настал. Так вот, мне говорят об обратном. А я и говорю, что, ребят, вы даже не думайте, что в центре города, Магнитогорска, в Ленинском районе, пересечении с Правобережным, центральный крытый рынок, у нас какие-то бешеные цены. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я вам абсолютно про это серьезно говорю. Я здесь неоднократный гость. Вот с того момента, когда я купил себе дом, а прошло уже 15 лет, я постоянно здесь здешний посетитель, потому что мне всегда что-то необходимо. Всякие фенечки, всякие приколюшечки, всякие насосики. Кстати, насосики очень хорошие, они здесь есть. Причем насосы есть везде и всюду. В смысле, везде и всюду для любых конференций, для любого состояния души и для обогрева в том числе. Оба. То бишь, мы сюда заходим и давайте все-таки поговорим про ценники. Давайте определимся. Если мы занимаемся с двойным подходом. Первоначальный подход – это бешеные ценники, и, возможно, кто-то придет, купит одну вещь. А есть такие вещи, которые реально стоят копейки. В смысле, они нормальные и качественные агрегаты, которые стоят в действительности копейки. Потому что второе правило весьма интересно. Или вы думаете, что в Китае все… Да нет, я-то сам был в Китае, понимаете? И чем Китай хорош? Тем, что он предлагает большой ассортимент. Большой ассортимент, и вы приходите и покупаете все за копейки, естественно. Где? На центральном крытом рынке. Это вопрос. В принципе, на душный шланг за 200 рублей, это не сильно ли дорого для вас? Да нет. То есть можно сказать, что пришли на центральный крытый рынок и купили то, что нужно, и за копейки. Да, получается так. А мне говорят бардак. Поверьте мне, это далеко не бардак, потому что я знаю этого хозяина, я знаю эту хозяйку. Они знают в точности, где все расположено, понимаете? Они работают и знают, где тот товар, который вам необходим. К слову о том, что я, простите, но я, извините, из моей головы убрали часть мозга, естественно, после того, как сделали операцию, естественно. То есть моя голова, естественно, имеет только одно полушарие, вот это, потому что здесь все убрали практически, если честно. Я даже, вот когда они мне говорят и знают, что у них есть практически все, я начинаю думать, что я, видать, лох. Ну, потому что я честно вам скажу, я это реально запомнить не могу. К слову о том, что недавно мне тут оказалось, что мне нужен срочный был удлинитель. И что мне пришлось сделать? Ну, ладно, хоть у меня дома есть паяльник. Мне пришлось целиком перепаивать удлинитель, потому что он развалился. А вот такая штучка была раньше. Я не знал, что она вообще существует здесь, она есть. Мало того, это еще и удлинитель под европакетники, штаки. Сейчас у нас нету старых, поверьте мне, тогда все было нормально. Хотя, в принципе, это и в старый войдет. Сейчас и все у нас с этими, с держателями земли, понимаете? Землю вот осторожнее держали, вот поставили спокойненько и... Я честно про это не знал. Вы даже ничего не говорите. Почему мне это все дело еще и больше нравится? По одной простой причине. Сейчас я кое-что объясню, да, кое-что я объясню. Вот я сейчас кое-что объясню. Потому что есть большое количество стали и сталелитейных вещей, которые предрасположены для того, чтобы, пункт номер один, вы спокойненько сделали евроремонт в квартире, где, если честно, основные батареи находятся где? Где они находятся? Они находятся в стенке, вы же не будете все целиком менять. Вам надо просто батарею поменять. Спокойненько взяли, тут даже думать не надо, да? В случае чего, если у вас ремонт, обрежьте, принесите, вам просто покажут, как это можно сделать. И к слову о том, что вы здесь можете
Я не думаю, что здесь этого нет, но, скорее всего, здесь это есть. То есть вы можете даже на батарею нарезать. Я в этом деле не сомневаюсь, потому что я не знаю, что здесь есть. Когда мне говорим, здесь есть все и за копейки, я начинаю думать, что а почему мы не приезжаем сюда? Это центральный крытый рынок. Центральный крытый рынок. Вы видели же? Я вам все продемонстрировал. Если смотреть, получается, на восход, запад, то получается направо. И все. Пришли и... Давайте так определимся. Следующий заход я просто приду, мы будем снимать дальше, естественно. И вы мне покажете, вы, любой человек вот здесь придет и будет мне говорить, прямо при мне сейчас человек пришел, я ничего не буду говорить. То есть у него очень старый древний унитаз. Такие бывают. Ну, в некотором количестве они бывают хорошие. И вы знаете, тут же вопрос о человеке. Если он умный, то он все в порядке делает. А если вот не в порядке, ну, в любом случае, то, что у нас сейчас возникает, то есть у нас какая вода? У нас вода, к сожалению, она очень щелочная, но очень вкусная. Именно поэтому я говорю, что вода в городе Магнитогорске самая лучшая во всем земном шаре. Если кто-то мне скажет что-то по-другому, я попробую вместе с ним проехать и протестировать. Но в 99% случаев я вам скажу, что вода в городе Магнитогорске изумительный вкус. Но, к сожалению, она вот, проблемки у нее возникают. Так он пришел, даже невзирая на то, что этому унитазу уже очень-очень давно, хотя, в принципе, в следующий раз я тоже посмотрю, у меня есть очень хороший американский унитаз, если честно. Ну, может быть, найдем, может быть, нет. Вот если еще это получится, тогда я, да, скажу, что пацаны и девочки, и мальчики, и бабушки, и женщины, и мужики, и деды. В общем, все. Все, что нужно, это все есть для вас. И где центральный крытый рынок? Извините, пожалуйста, вопрос такой на засыпку. Вот вы сюда приходите, и какие ценники? Вас они удивляют или нет? Да нет. То есть, в принципе, можно говорить о том, что в центре города центральный крытый рынок. Если честно, раньше он говорил о том, что это какие-то бешеные деньги. Сегодня это не большие деньги, правильно? Да сейчас не поймешь уже, где что. Искать по городу, ну, если только случайно попадется что-то. А здесь получается то, что вы хотели? Да, здесь все, в принципе, есть все, что нужно. А это что за балеринка? Как бы вам сказать-то? Просмотр YouTube иногда мне дает интересные возможности и сравнение, как вот, допустим, можно было что-то сделать, когда этого не существует в природе. Хотя в природе это есть, существует, только оно располагается вот здесь вот. Центральный крытый рынок, справа павильончик. Потому что здесь практически, не буду говорить, что есть такие вещи, которые я вообще не знал, что они существуют. Да, да, да. Вот балеринка, чего это такое? Я понятия не имею, но, скорее всего, это нужно. Вы заходите, пожалуйста, не беспокойтесь, я просто с людьми пытаюсь пообщаться и рассказать, что, в принципе, куда я захожу, и такие ценники, это просто смех, смех. И мало того, ценники вы можете, и карточки возникают у вас, да, и если что-то у вас не получилось, вы всегда можете деньги вернуть. Во, клево. И так вот, мне такое количество сантехники в городе Магнитогорске, чтобы было больше. Но таких вещей, как правило, не случается. Потому что есть люди, которые не хотят работать, которые заполняют весь мир, допустим, электро- и бензоинструментом. Я не знаю, может быть, это их правило такое, но если честно, то возникает вопрос. Если все это дело продается, оно должно продаваться, а не то, что вы делаете. Вы покупаете людей, которые ни хрена ничего не делают, им даже реклама не нужна. Алло, гараж! Это для тех четырех человек, которые занимаются этими вещами. Им не нужно ничего. Особенная проблема, когда вы туда вставляете товарищей из нашего ближнего зарубежья. Им вообще нифига не нужно. Им получают свои 15 рублей и все. Главное, не приходите к ним, и все нормально будет. Но с другой стороны, это же ваш же бизнес. Вот бизнес от сантехники. То бишь, он идеален. Вы покупаете товар, который изумителен для вас. И этого товара здесь не просто много, здесь очень много этого товара. Вот так надо работать, господа мои.